Праздничный фейерверк в ночь на новый 2021 год в Красноярске будет. Время и место организаторы держали в секрете, чтобы на салют не собиралась традиционная большая компания для соблюдения социальной дистанции. Сейчас известно, что салютовать начнут, как обычно, в полночь. В прошлом году под залпы салюта красноярцы встречали Новый год на острове Татышев. Красноярец Виктор Букатин – лучший донор страны. Накануне он получил награду за регулярное пополнение банка крови и сдал ее в 25-й раз за этот год. Всего 60-летний донор сдавал кровь 175 раз. Что интересно, желание помогать другим именно таким образом у него появилось всего 10 лет назад. Министр экологии и рационального природопользования края провел внушение региональным операторам перед праздниками. Настоятельная просьба одна – вовремя вывозить мусор, несмотря на праздничные объемы и холода. Если в вашем дворе с этой задачей не справиться, звоните на горячую линию по утилизации отходов 8 800 20 11 116. Городские досуговые центры подготовили для горожан, решивших остаться дома, праздничную онлайн-программу. На городском портале ищите массу ссылок на мастер-классы, фотомарафоны, детские занятия, лекции и публичные чтения. А один из ДК готовится собрать трогательный клип из наших с вами новогодних фото. Теперь и белым медведям Роева ручья подарили по елочке со съедобными игрушками. У зверей двойной праздник – день рождения. Феликса, Марфу и Урсулу спасли из дикой природы, когда они были еще медвежатами. Каждую зиму сотрудники зоопарка угощают постояльцев витаминными фруктово-овощными десертами.